Так, давай, сегодня подарок играете и школу, и в конце будет моделирование. Если у нас проваливается крайний защитник, у нас там по три раза с каждой стороны будет четыре стороны. И в конце играем просто. Ставим ворота. Потом ворота туда надо поставить за манекеты, за центральный манекет. Все, хорошая тренировка. Еще в удовольствие вечером посмотрим. Может стандарты, может чуть квадраты поиграть, потому что завтра двусторонние. Ступом, там правая частота, там столько поднимания и потихонечку туда. Пошли. Да. Переступом, да. Здесь низкий, да, низкая частота. Олег, нет, листок, да, вот. А там бедро. Вот. Натягивай. Не то, что вы, блядь, два негра в комнате живете, блядь. А это тебе друг хитрый. Тень. Злого передних, конечно, больше. Потому что попали вот, ребят. Ты камеру бейся. Быстро все, четко в ногу. Давайте. Все здорово. Вот сюда скакивай. Вот сюда. Вот, она все пройдет. Ребята, ниже. Хорошая, сильная передача. Сильная. Правое. Давление. Все четко должно быть. Под дальнюю ножку. Под дальнюю. Гуд. Под дальнюю. Да. Все под дальнюю, чтобы не добрался соперник. Да! Вот отца, бля, видно за красненьким, блядь, он, бля. Thank you.
утренняя тренировка окончена. Сейчас кушать идем. Опять проходя мимо зоопарка. И вновь мы не заглянем в него. Опять мимо. Вообще это, если что, павлины первые орут. Ну, павлины. И страусы вчера орали. Страусы? Да. Павлины, говоришь? Страусы, по-моему, вообще глухо не будет. Нет? Но и... Нет, какие-то звуки, да, вот издают, но такие мелкие. Так, вот, рот открывать. Хочет блевануть, но ничего не говорит. Какое твое любимое животное, Леш? Дикое животное, какое любимое самое? Черепаха? Судя по данной поездке, точно черепаха. По скорости и взаимодействию только черепаха. Не, серьезно, хорошо, черепаха. Она в эту сетку с мечами влезает. Кстати, да, и такая же круглая, да? Не, ну серьезно. Когда голову убирает. Да. Откуда я знаю, но не знаю. Какой-нибудь типа гепарда. Типа такой же. Резкий, маневренный. Не, худой, наверное, больше. Гепард все-таки, да? Ну давай пусть будет гепард сейчас. Что ты хочешь? Бля, выключи камеру. Почему выключить камеру, брат? Ты медийная личность, я должен освещать каждый твой шаг. Ну вот мы сейчас скушаем, потом включишь. Пахлаву, да, решил? После обеда. Я проще помогаю. Я как, ну знаешь, хороший партнер по команде, накладываю братику. Он поест, я не буду. По моей форме же видно, что я такой. Сколько ты весишь, Тала? Как ты думаешь, как я вешу? Мне кажется, 85. Не надо, блок, спроси, брат. Нет? 79-80. 79-80. Мне надо две порции. Ты сколько весишь, Прош? 82, наверное. 82. Рост какой? 188. А у тебя какой рост? Метр с кепкой. 175? 8. 178? Ну, 178, да. Братик, обзорчик. Ну, это салатная тарелочка. Так, взял курицу, булгур взял, кусочек сыра. Ну, как ты себя чувствуешь? Набираешь? Чувствуешь, что набираешь? Да. На самом деле, прям состояние кайф. Кому можешь так питаться, мысли только о тренировках, понял, и все для этого сделано идеально. Конечно, это не Москва. Я понимаю про футбиков, которые потом зарабатывают хорошие деньги, могут позволить себе вот все вот это вот. Когда ничего не отвлекает, ну, вообще это идеально. Какой у тебя рост и вес сейчас? Вес у меня 77-300, а рост 184-185. Да, мой игровой 78, мне комфортно. 77, наверное, будет еще лучше. Доктор Дрипс, 19-летняя пантера. Пацаны, ну что, как сборы? Чувствуете себя хорошо? Набираете? В восторге. Еще вот востребки устанавливаем. Кефир. Йогурт. Какой рост и вес у вас? Какой у тебя рост и вес? 186. Сейчас, в данный момент? Ну, рост 186. А вешу сейчас, наверное, уже 86-87. Игровой вес у тебя это? Ну, подходит. Еще килограммчик убрать бы, наверное. А так уже близко. А у тебя? У меня 188, вес 83,5-84. Игровой, да? И сейчас он такой же? Да. Я уже с января на сборах, поэтому я думаю... С января готовишься, да, к сезону? У нас общую неделю будет в Москве. Мы там как раз подведем себя в порядок, уже окончательно и будем готовы к первой игре. Пошли один кружочек, пошли, сюда прибегаем. Один кружок, один. И сюда вот в угол приходим. В угол приходим, давай. Нельзя снимать. У нас на парту так снимай. Может это на парту. Новое правило. Нет, ну. И сзади подкатывай. Давай, колено ему. Побежали, давай. Кричать,
Похоже, пацаны. 2-0, нормально. Хороший пас. Два! Ёбаный сыр. Кидай, уже Лёха, прям сильно. Вот так! Так, подожди, что там? Два, блядь? Бля, хорошо кинул, Лёх. Сейчас, подожди, вот один? Сюда? Один сюда, с этой стороны? Бля, это два с этой стороны. Два! Два туда, один сюда. Здорово! Вот так оббегаешь. Вот так, вот так и вот так. А тут что? Тут восьмерка, а тут просто. Нет, нет, тут просто тоже восьмерка. Один! Вот, да, понял? Вот, да. Крыжочки, правильно? Да! Хороший! Удобно! Три! Саля, когда забивать начал? Саля, будучи тренером. Или отваг забил. Судя по стилю. Есть такое? Ну и три, конечно. Тренер алкоголика. Бля, вага этот бесит уже, а? В академии. Уберите вагу отсюда. А, ты курс. Это два, да? Мне говорите, кто не бил. Три, ты мать о своем делом. Три. Не было. Добей. Если в касание добьёшь. Саша, пока. Дмитрий Викторович. Два. Максим Евгеньевич позвал, я ему... Давай. Давай. Хорош, проблема. Три. Возить красное. Яша. Два! Когда вы забили? Я забил третий. Да. Блять, я запутался. Да, левый сидел. Я знаю, Стоп! Еще раз. Один. Право. Я бегу к своей группе. Один. Я к своей группе бегу. Я бегаю вот сюда. Два. Я от своей группы бегу. И три я бью. Три. Хорош! Да, кузенище! Ну, кто не бил, мне говорить. Я не бил. Я тоже. Ты бил, Люк? А? Ты бил? Нет. Ты! Бля, хорошо же не ударил. Сейчас все пускай. Ладно, поверь головой. Один! Да, туда, Тал, да? Давай, родной, это твой. Добить, Тал, сильно, сильно! Вот и все! 5-4! Мы проигрываем уже? Да! Куда? Как два! Куда, Саля? Саля, забить надо! Саля первый даже забил! А? Два! Забить буду сильно. Да! Нет! Арчи, посмотри! Два направо, два вправо. Да! Нет, два сюда. Один вправо, да? Три! Бля, ты за сюда бьёшь. Бля, реально сюда бьёшь. Треугольник зажал, блядь. Один! Так, иди сюда, ударь.
Олег, сильно головой вниз. Вниз! Вниз, Олег! Вниз, говорю! Три! Здорово! Шага, правильно, шага! Два! Он уже пробил, а ты еще не пробил, а он уже пробил. Сильно, вот! Хорош, Марк! Артур, уже не надо! Артур, уже не надо! Вы, блядь, бьете с двух метров, наверное. А где же установка была другая? Да, да, фишки бить. Не было, все, в следующий раз. Три! Блядь, эти Мизуна. Три! Китайские. Трек слышится. Подождите. Давай, давай. 6-6. 6-6 мы ведем. Да нет, да. Нет, нет. Нет. Хорош! Когда первый? Мы первые! Тоже. Мы первые! Восемь-восемь! По заключительному разу меняемся. Окей. Надо клепать. Два. Давай, давай. Делай. Ты быстрее, Солян, уже. Он по скорости ничто. Хорош! Мы первые! Да нет, мы первые! Первый! Первый! Оранжевый первый! Николай! Кто Николай? Спроси! Оранжевый первый! Оранжевый! Меняйся! Ладно, 9-9! Меняйся! Ладно! Да, прошу, умница! Вообще, окей! Забить бы еще! Охеренно, Фром! А? Три! Да! Да! Сосать, Арчи! Я быстрее! Арчи, забей! Три! На камеру! Блок обязательно. Да забил! Олег! О, ты должен бить не отсюда, а между ними. Блин, у меня будильник на 8. Даже я забил, но считал бы я. Три. Два. Вот надо вышло. Блядь, газ. Ёб твою, блядь, газ. Газа своя схема. Он не забьет. Но за заступ, Виктор. Да бля! Какой газ? Давай, я уважаю себя немножко. Заступ, конечно, был. Хорошо, Сыч, здорово, Сыч. Дим, ну чуть-чуть попрыгай, Дим. Глазами отбиваем, заебись. Давайте вратарей поменяем. Давай. Сито. Уже надо ебать. Это мимо ударил. Бля, Викторович, Викторович, ну посмотрите, ну он даже не отбивает. Он специально вот так. Какой, блядь, угол? Заступ, блядь. Бля, ну это пиздец. Евгений, посмотрите на Сычева, это пиздец. Да нет, браво, Дим, спасибо, Дим. Не берущийся. Ты что, пьяный что ли? Я тебе что говорю? Забей! Сейчас забьем. Алё, даже ты сука вышел. О, пидорас. Да, блядь. Бля, там лучше поле вот пока что. Я не понял, где лучше. Где девочки было? Свич, как были? Куда забить? Нет, нет, это какую линию? Да, Леонид прям реальным дерьмом воняет. Один! Тоже обосрался, братья! Валик, забей!
Ой. Да! 4. Вот сейчас за линией было там. 4. 3. Ай! Алло, кузен! Че молчали, блядь, три удара? Евгеньевич, блядь! Ла! Что с моими руками? Сильно, сильно, Алекс, сильно! Как не кидайте! Дальше! Считать! Почему? Почему? Нет, ваш тоже не был! А ваш какой? Так вы не забили! Так вы не забили! Не было голов, не было голов! Это будет считаться, это не будет считаться. Это подмышка. Куда ты ему дал? В дымоход? Они тоже не забили там, блядь. Так они реально не забили. Один! Кузен, тебе забили еще? Они не забили. Они не забили, Виктор. Николаевич, забили они там? Минус один балл. За линией, блядь. Участники. Ничья, ничья. Забили. Хорош. Минус один. Смотри, спалили, улыбаются. Вранье, минус у них. Три забили. Три! Хорош! Два! Сейчас, сейчас вопросов нету. Сейчас вопросов нет. Где вопросы? Как нету, он даже не... Не, он сильно кинул сейчас. Опять не то что-то, посмотри у них. Вот я говорю, там вот, самый вонючий это Гуда и Вага. Да. Всегда у них все не то, не так. Три! И так далее. На суку резко. Саня, спасибо. Лучья. Конечно. Два. Да, Алекс. Первый, Алекс. Хорош, кузен. Давай, Корж, давай, давай. Первый, Корж. Хорош. Ой, блин. Не было. Браво, Корж, браво, браво. Три! Раньше! Скажи, Саб, раньше! Переделаем, нет? Ничья! Мы ведем в один! Не, ничья! Почему ничья-то? Один! Мы же вели в один только что! Минута 20! Минута 20. Ой. Гол! Сиди! Гол, гол, гол! Гол, гол! Саня сказал гол! Николай сказал гол! Саня сказал гол! Гол! Один ведем! Да не, не, давайте, расскажите там! Один ведем или как? Да, ведем, ведем, ведем один! Не торопись, не торопись! Блядь! Блядь, можно чем-то кроме головы уже ударить? Да попадите в створ, я. Это матри, блядь. Еще три. Три. Блять, Багуда, это у меня удар ногой единственный отнял. Блядь! Да он ему указывает, смотри же. Три! Бля, зачем так сильно, блядь? Олег, куда улупить? Кто? Ничья! Ну щеком пусто, бля. Минута 30. А, подожди. 30 секунд. На, кто я не делаю? Андрюхе. Че? Каждый бьет по разу. Три будет всегда? Нет, ну 3 по 3. 2 это я точно не могу. 3 по 0-3. Смотри. Опа. Знакомый что-то. Не-не. Виктор, давайте вот сейчас вратарей поменяем, чтобы интереснее. Давай. Давай.
Блядь! Он сейчас прыгает на шапку. Давай! Оставьте его в покое, блядь! Кусен, брат, давай нахуй! 10 ударов! 5 и 5! Как он настраивается, смотри! Начинает цепь! Здесь Андрюк начинает! Че, гепард в воротах, гепард просто! А, здесь 6, да? Не-не-не! 5-5, нормально! 5-5! Друзья, Кусь, если хуёво накинули, можешь с выхода выходить! Конечно, с двух ног туда! Сноги! В грудь ему! С колешкой его! Один! Надо отрабатывать. Ровно. Одновременно. Один. 2-0. Леша, надо делать. Ты посмотри, он прыгнул. Ровно. Это же видно, что Тала летит. Нормально. Самбо. Один. Молчать. Три. Хорош. Хватит насасывать на очки. Эй, давай тоже не пукай. Два. Очки сохранили. У меня сохранено, ведем 3-1. Я знаю, за тебя не сохранил. Хороша. Бля, как раз. Бля, что за Криштиану Роналду? Два. Три-два. Один-два. А, двое еще? Не, все. Ты бил? Я еще не бил. У нас один запас. Нет, 10 ударов. Счет 3-2. Ну я заканчиваю. А кто у нас не бил? Макс не бил. А еще кто не бил? У нас еще удар в запасе. Один. У нас скоро не бил. Олег, ты... Браво. Сколько у вас осталось? Двое? У нас один. Газ. У нас скорый не бил. У нас скорый не бил, во все равно. А как скорый ушел? А газ бил, нет? Газ не бил. Сыч, давай! Газ бил. Сыч, газ бил. Три! Да газ ты бил, бля. Все! Домой! Заходите ночью еще, 32 ночью. Сыч, лучше, сыч! Завтра на втором дайте такими же составами. Три поставил. На что? У нас, блядь, 7 мячей. Все, бьют. Как три? Максон, бро? Повтори уже, бьют. Конечно. Ничего себе. Бля, ну вот и штанги. Бля, ну перевод был вообще. Тоже бьют это не назовешь. Вот это у нас. Ой, хороший. Дальний, да, наверное? Красивенькую. Мягенькую. Ой. Похоже, а? Я тоже хочу пробить, брат. Давай, я сниму. Хитрый.
Сань! Куда ты бьешь, Лога? Поджали! Не, нет, уль! Бля, он наладил, кажется, он наладил. Снял? Я не знаю, это уже... Самое главное, что снял. Закономерность. Макс, опять забил. Ой, кур за первый ой, раз в сторону, блядь. Макс, по центру, блядь. Первый раз свалился, легенда. Ой-ой-ой. Сильно, да не надо. Девочки. Может быть, у девочек, блядь? Кого-то обыграть надо. Играли, они год сидят дома, и никуда не летают, блядь. Хорош, Саля, хорош. Хороший. Саль, тебя ждут дома, я Легенда. Пока обмануть хотел, вроде. Тихо, Вак. Ребята, серия лишей, аккуратно все. Да, блядь, ты не видишь меня, нахуй? Я руку тяну, брат. Красный. За два. А это один смех. Не, я вратарю говорю. А, ну что, ничего, пусть. Вау! Сам подвись, я гуда сниму. Я вот этим лили. Что-то с Колем, Виктор. Нет? А, поле плохое. Еще, Гуд, ничего. Раз, здесь трое еще. Давай. Как у нас, вот я нырнул. Сейчас Спира и Слон. И я, брат, тоже напоследок. И Сапа, три удара. Сап тоже левша. Ну я с этой позиции ударю. Понял. Слончик, жди. Да. Стоп, Гудай, стоп. Давай. Нигде не играл и бьет, да? 49-я минута, мне доверили красный мяч. Да! Классический от меня. Не зря доверили. Где прошлый, я хочу. Да тихо, там дырки хочешь. Его продавили. Я вот как проще еще ударю. Бля, Фрол, у тебя одинаковые удары низом. Какие-то лягушки постоянно. Да ладно. Видел? А вы не верили в него, бля. Да там, блядь. О, Курза, главное в сторону. По центру, конечно. Это сильно не надо, да? Ctrl-C, Ctrl-V, блядь. Нет, прямым еще более не надо. Что делать тогда? Че вверх? Я в створ сел. Я два в створ. Я после... Штанга не створ. Давай, ты постал. Ну, что это? Я постал, да. Я постал. Зато опасно было, Вань. Ты что, два подряд бьешь, что ли? Ты два, ты уже пробил. Нет. Давай подождем, когда все побьете. По два раза, да? Он там ударил и здесь. Оставляй вот это, выставите, пожалуйста. Кадр. Да, Дрюкс, я! Отойди. У тебя бег, Олег, вообще. Дайте мне просто пробить. Вот, я вот так же. Один раз показываю. Так, и на стенке разочек ударь. Давай, Слон, быстрее. Не надо, может, тут снимать. Как он хочет, чтобы мы забивали и репостили его телегу. И они забивают. А спин подвинься, сам спин. Чуть-чуть подвинься. Максюша, а можно будет, пожалуйста? Оно светило просто, облака. А, ну да. Спасибо, братик. Ты просто вспомнил, что мы первый день были, прям. Такие шедевры надо верить. Сейчас три из трех, то заканчивай. Все, сейчас сглазил, а нет? Ой, бля. Ай, сорвалась. Ну и опять в стол по центру. Ты куда будешь бить?
Куда полетит? А я думаю, должен на пухте со слова. Бил. За гол забил, Куша гол забил. Спасибо. Зачем я это делал? Давай, давай, я. Давай, Максон. Не отпрыгнул. Да, у него вчера подпрыгнул, а сегодня не отпрыгнул. Сильно не надо бить. Сильно не надо бить. Конечно. А? Ой-ой-ой-ой-ой! Сильно не надо, но сколько можно говорить уже? Ребят. Такая уходящая. Ну, давай, Максон, покатай еще. Подъему. Ничего, ничего. Да, не, куда? Нормально. То, что нам нужно. Точно вас снимать надо, надо позор? Олег хитрый, а молодец. А кто бьет? А, спасибо, все. Все, все, все. Иду. Давай, давай. Куала-Лумпур, давай. Пербамбункана. Куала-Лумпур. Ты упал? Не упал. Чуть-чуть направь. Чуть-чуть. Давай, Макс, ладно. Хорошо, Вадик, хорошо. Сейчас было хорошо. Смотри, гол посвящал. Эдамсу посвящал. Он это говорит и делает. Сейчас посвятил это. Да ладно, Викторович, это все подачки. Подачки не нужны. Это подачки не нужны. Давай передачу. Хоть где-то длинные поделаем. Давай, 10 по 100, давай. Дайте это, пожалуйста. Меняйте манеру. Не. Сейчас, поставь вам. Телефон хоть тем. Тебе в ногу отпустим. Чуть-чуть. Нормально. На, братик. Валит мусорку. Да, да, я так. Это передний. Вот сейчас побили. Давай сюда. Молодец. Соброн, останови. Кстати, пластер. 1.20 м. По линейке. Ой-ой-ой. Прям много он падает туда. Да? Да? Блин, не смогу пора. Ты кайф получаешь. Конечно, 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 конечно. Да. Просто. Они тренироваться не хотят выиграть. Кто они? Ну там есть ребята. А тут поле такое, надо тренироваться, знаешь. Мы, пацаны, простые, приехали из Литвич, из фавел, из Бразилии. Нам вот такое поле, это просто кайф. Убежать. 1.20 м могу пластер дать, если интересует. Ногу не сломай, только. Так, можно мяч? Опа. Понятно. Все, вот вам и это. Это на ход, что ты не бежишь? Да, блядь, это все. Не на ход в его случае. Все, у нас задние на пределе, надо знать, когда остановиться. На таком поле, как будто можно икон тысячи бить, и так стоять и бить. Хотел 1.20 м пластер дать, не дали. 9-й день сборов, друзья. 9-й день сборов. Ребят, сенсация, срочное включение. Алексей, у тебя украли телефон, верно? Да. И ты сейчас что пытаешься сделать? Я пытаюсь войти в Samsung аккаунт, блядь, чтобы отследить его. Пацаны, это ужас. Просто ужас. Как ты умудрился это сделать? Где ты его потерял? Я понимаю, тебе сейчас не до этого, но ты сам понимаешь. Блядь. Ребята должны знать. Все должно там, быть по-настоящему. Где фрукты лежат, у меня было две тарелки. С едой я накладывал фрукты. В итоге я их положил в
фрукт взял здесь и взял здесь. Ну ты не отвлекайся, повернулся. Пиши, пиши, время, время. На вес золота сейчас, Алексей. Преступник может быть уже далеко от Белека. Да, блядь, кто так делает, тот пидорас ебаный, нахуй. Я, сука, всю жизнь возвращаю телефоны, я за всех вас борюсь. Пацаны, самое, что, это, знаешь, что называется? Это закон, закон Мёрфи, вроде он называется. Чем больше ты боишься ебаный, чего-то, тем чаще это происходит. И Алексей Шумахер, мы с ним живем, постоянно закрывает все окна, все двери, все щели, никогда из рук не упускает телефон, ничего. То есть самый ответственный человек в мире. И да, пофиг, что телефон по самому. Пиши, пиши, Алексей, там входи, входи быстрее. Задача быстрее. В том, что, блядь, там информации ебнешься сколько. Мне она вся нужна. Давай. Смотри, сейчас получается камеры. Викторович, я Викторовичу позвонил, сказал. Он говорит, камеры посмотрите. Нет камер, блядь, в ресторане, прикинь. Нет. Да? Все, ноль, все, все, давай, 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 давай. Все, это, ребята, это не шутки, блядь. Ну посмотрите, у него сейчас это. Примерно, мы сейчас смотрели, примерно 20, да, 20. Либо 25. А у тебя сейчас покажут геолокацию, да? Если я вспомню пароль и все остальное, то да. Да, вот это, конечно. Функцию на телефоне я эту не отключал. Я ее знаю. Проверьте устройство, блядь. Вот смотри, нахуй, что пишет. Устройство, которое спиздили, блядь. Проверьте, говорит, блядь, там. Чуть. Samsung, алло. Давайте еще мне совет. Другой способ. О, дай мне свой телефон, я на почту. У меня разряжен выйду. Телефон, разряжен телефон в номере. Вот так, Лен, вот так. Лена, можно в мейл войти твой? Ну, телефон почта мейл нужна мне. Моя. Моя почта? А, все, да, конечно. Получить код на телефон, нажать приложение, да, использовать ключ доступа. Где этот ключ доступа я возьму? Нажать, да, в приложении. В каком приложении? Ну, он может показать, какие выборы дают. Я не буду показывать, я думаю, что делать. Учить код на телефон, а больше давай. Да, ребятки, вот это да. Вот это. Сука, открыть приложение, не то нахуй. В общем, я сейчас бегу в номер за телефоном, он там 3%. И, возьми, ну и смысл. Как там есть зарядка, я твой телефон заряжу. Пригодится. Ну а смысл? Два телефона искать. Все, ребят, сейчас бегу в номер. И что? Беру телефон и возвращаемся. Надо. Ситуация мелкий. Патовая. Пацаны, 916. Вага говорит, полиция приезжала уже. А там тут все, ОМОН местный, 5, 7, они ломали 1, 8. Руки всяким этим проходимцам. Да что-то немного я их не наблюдаю, блядь. Ну, конечно, ты в будке где-то сидел, там взламывал Пентагон. Не, пацаны, это какая-то жесть, потому что у кого, но Алексей Шумахер украсть телефон, это практически невозможно. Это преступники просто международного масштаба. Они скинули последний раз. Данная информация, кстати, попытку. Окей, Google, ёптим. Ребят, ладно, сейчас не до контента. Мы будем держать оскорость событий, обязательно узнаете, что было дальше и чем это все закончится. Чтобы набрать можно было. Ребят, международное преступление. Телефонный номер я хочу набрать. Открой мне его. Клавиши. Цифры. 1, 2, 3. Мне здесь не звонит, симки нет. Клавиши открой. Я не знаю, кто это. Это даже самый матерый грабитель банка не способен на такое преступление, потому что у этого человека это невозможно сделать. Ребят, он звонил. Рука на пульсе. Написал рука... на почту то, что я говорил. Ваш телефон у меня, дорогие друзья. Да, ваш телефон у меня. Новикова Мария. Новикова Мария. Тихо, ваш телефон у меня. Нам требуется выкуп. Приносите меня. Заткнись нахуй. Здравствуйте. Мария, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, телефон у вас? Да. У нас, пожалуйста, а где вы находитесь? Еще раз. 21-16. А дефис там какой? Фу, ребят, миллионы зрителей выдохнули. Миллиарды зрителей выдохнули. Фу, все хорошо, ребят. Я чуть не потерял сознание от такого напряжения, ребят. Вот это настоящий контент. Это настоящий контент, ребят. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Вы всегда будете в курсе событий, что бы ни происходило. Итак, ребят, пару слов у потерпевшего Алексея Шумахера. Алексей, ну не торопитесь, все, телефон найден. Куда вы летите? Что вы чувствовали, когда пропал телефон? Ребят, сейчас мы узнаем, кто же его все-таки взял. Но самое главное, все хорошо, ребят. Единственный Вага Бонд.
Лина и девушка Ваги не безразличные люди. Ребят, сейчас мы пришли, практически уже мы... Сейчас мы узнаем, кто же взял телефон, по какой причине он взял этот телефон. И реакцию Алексея Шумахера на все эти события. Ну это ты что? Ты что? Совсем что ли? Это же Samsung Galaxy. Мой последний. Все, давай, давай. Итак. 30 секунд. 30 секунд. Окей, но видео. Можно снимать. А ей не спросить. Вот так снимем реакцию. Вот так. Да. Не ругаться. 21. Да нечего ругаться, телефон найден, все спокойно. Фу. Открой. Вся Турция была сейчас на ногах, конечно. Алло. Телефон. Здравствуйте. Телефон не находили? Нет, ничего не находили. А Мария здесь у вас живет? Разблокируй. Нет, не Мария. Разблокируй. 16. Кого разблокируй? А, не меня. Нет, Мария тут не живет. Мария тут не живет. Да. Мы ошиблись, извините. Номер 25-16. 25, это она сказала 26-16, потому что она нервничала. Она написала? Спасибо большое. 25-16. Блять, вот я извиняюсь, но я... Ребят, ситуация запутывается все больше и больше, ребят. Но мы распутаем этот узел. Бля. Да, девушка, девушка, вот извините меня, но вы нашли чужой телефон. Вы ошиблись в номере. Так, пора, мы снова в Бэтмобиле летим. Забирать телефон. Шумахер. Пацаны, вы... Как и я. Бам-бам, сейчас еще этих слышу. Ой, ужас какой. Да, сегодня не день Алексея Шумахера. Какой пресс накачал. Все, ребят, ну я уже спокоен, потому что сейчас мы не должны допустить ошибку. Ты что? Фу, да, ребят. Сейчас допрос будет, как вот и с этими на пол кладут. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы волшебница. Мы медиафутбольная команда. А, понятно. Где он был и как он оказался? У нас на столе. Мы не знаем. Мы а вы на каком столе? Да кто же его знает, на каком столе? Нет, вы на каком сидели? Где детская площадка? И там столбик на столе сидели. Следователь Алексей Шумахер задумчиво. Где дети едят? Где раздача этого, что ли? Как они, молоко-какао? Стоит напротив. Причем ты это... Мне интересно. Спасибо. Он буквально пытается вспомнить, где забыл. Где детские столики стоят? А это ваш личный телефон? Но меня там не было. Да. Ну, короче, не меня там не было. Он у нас лежал на столе. Значит, кто-то, может, кто-то перенес его где-то забыл. По ошибке взял и скинул туда? Ну да. Ну, ребенок может. Он лежал у нас на столе. Спасибо большое, да. Давай. Спасибо вам, спокойной ночи, да. Спасибо. Я, кстати, вам написала. Спасибо, да, вы. Пожалуйста, я написала, поэтому перестаньте, пожалуйста. Взяли. Я говорю, берет спасибо. Ай-яй-яй, браво, ребят. Девятый день сборов, дамы и господа. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и пишите комментарии.